До сих пор гуляет очень много версий и сплетен в виде версии о том, как все было на самом деле. Арест оказался неожиданным, но все-таки каким-то образом мне вот удалось передать себе информацию. И на второе или на третье заседание свидетели, все, которые там находились, которые видели все это безобразие, они явились. Вы скорее похожи на такого, знаете, тихого революционера-разночинца. Тут слов нет, насколько, вообще-то говоря, внутри кипит ненависть системе, и к судейской системе, и к конкретному суду. Исправительная колония номер 4 Тверской области. Что там было? Стараются как можно больше подавить психику осужденного. Что вы думаете будет происходить в ближайшем будущем в нашей стране? Оппозиция должна быть более организованной. Просто так гулять нет смысла. Давайте тогда просто действительно будем гулять по поводу, там, я не знаю, там, стихов, поэзии, там, литературы или еще что-нибудь.